вот такой маленький компактный монопод, но у него сломалась кнопка. Ну, как бы самой кнопки нет, и уже и кабель выкинули. Вот. Как можно использовать данное устройство? Дать ему второй шанс, третью жизнь. Можно установить в него ваш смартфон, ну, как бы пользоваться, включаем камеру, настраиваем в камере следующие параметры, заходим в режимы, в настройки, ну и в настройках ищем, нам здесь нужно определение лица, функции кнопок громкости, поставить снимок. Вот, и можно еще сделать по селфи, если у вас Samsung, это снимок по улыбке. Он сам распознает улыбку и как бы сделает снимок. Для этого тогда гарнитура не нужна будет. Далее, к аппарату подключаем, заводим его в режим фото- либо видеосъемки при условиях настройки. Подключаем стандартную гарнитуру джек 3.5, в котором, даже если у вас нет наушников, можно путем замыкания контактов кратковременным вот этого вот основного общего, четвертого либо третьего контакта во всех смартфонах по-разному, у айфонов должно быть сопротивление 200 Ом между этим и вот этим контактом. Ну, если у вас обычная рабочая гарнитура, путем уменьшения и увеличения громкости, вот, можно, как мы уже сделали настройку, делать снимки. Вот, если у вас есть просто джек 3.5, к нему можно припаять два проводка с микрокнопкой.